мы только посетили, и соединить вот такой пешеходной зоной. Это проект, аналогичный проекту в Саратове, но только проект, который имеет свои особенности. Здесь и парк помещен, Саратовский горпарк. Здесь и пешеходная зона, которую нужно будет соединять поменьше, чем та зона, которая начинается у нас от консерватории и, соответственно, до набережной. Но здесь свои особенности, это город другой, потому что это небольшой город в прошлом купечестве, которому несколько сотен лет, со своими традициями, своей историей.